Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ждал прятки. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони. Сегодня у нас городская маскировочка в Лего Брик Рикс. Привет всем, господа хорошие! Что ж, ребята, прятки продолжаются, и многие из вас предлагали в комментариях под прошлыми сериями снять, получается, пряточки ночью, либо же в туман. Мы так подумали, что в туман снять довольно-таки интересно, видимость потому что практически нулевая, поэтому сегодня полицейскому придется рассчитывать не только на свой зрительный контакт визуальный, но еще на свою интуицию, потому что просто так машину будет увидеть тяжело, мне кажется. Да, ребятки, и поэтому мы вас решили еще спросить, если вдруг вы хотите видеть ночную маскировку городскую, то пишите обязательно об этом в комментариях и ставьте обязательно жирнющий лайк, и тогда мы с Юрычем ее снимем. Да-да-да, ребята, не забывайте нас поддерживать, потому что все, что мы делаем специально для вас. Ну и, в принципе, ночью мы не стали снимать первую серию, потому что будет довольно-таки темно, и не знаю, как вам зайдет. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Антоха врезался в здание, а я, короче, удираю в свою машину. Кстати, итак, у меня джипик похож вообще на какую-то Ниву, знаешь, прокачанную такую. Ну, катайся на своей прокачанной Ниве. Да. Короче, ребята, я решил воспользоваться туманом и сделал вот такое вот местоположение. У меня довольно-таки интересная машина. Машина темного цвета. Это тебе подсказочка. И, кстати, находится она довольно-таки в открытом месте. Но я постарался ее заныкать так, чтобы ты ее не заметил. Я понял тебя. Так, окей. Блин, нихера не вижу на уровне своего глаза. Ты колесо потерял, пока ехал в тумане. Просто капец, как вообще нихера не видно, я тебе говорю. Ты на трех колесах едешь, ты в курсе? Нет. На 4. А меня на 3. И довольно-таки хорошо. Сейчас на 4. Да. Мне просто интересно, как ты колесо потерял. Ну что ж, шоу «Интуиция» начинается. Шоу «Интуиция», поехали. Господи, понятно. Ну, будем считать, что это было преднамеренно. Да. Так, он спрыгнул вниз, ничего не увидел, поехал дальше. Все нормально. Окей. В городе, напомню, что спрятано 8, либо 9 машин, и тебе нужно найти машину темного цвета. Машина темного цвета в тумане, это, конечно, сильно, брат. Да-да-да, я тебе больше скажу. Она не только темного цвета, она охеренская. Охеренская. Опять твоя, наверное, скорпион это. Не-не-не-не, скорпион был бы слишком большой. Так, окей, смотри, куда поехал. Окей, смотри. Ну, неплохо, на самом деле, неплохо. Салам. Первая алейкум. Машина это найдена. Трача. Не знаю, вот такая вот интересная машинка. Но мы ее удаляем. С твоими квадратными глазами это смотрелось очень круто. Когда ты за рулем сидел. Окей, одна машина есть. Так, поехали дальше. Это было довольно-таки легко, я согласен. Ну это да, ну эти места мы всегда знаем, поэтому здесь найти-то не составило особого труда. Да-да-да. Я стою там, короче, в багажнике роюсь. Ага. Мало того, что он сломал забор, он нашел еще одну машину. Хорошо. В принципе, наживка работает. Это замечательно. Локс 521. Смотри, какой кабриолет. Я да, бы, кстати, я на видел, нем поехал. Да, какой кабриолет. Но меня он не интересует. Меня ищу грабителя. Нет таких. Нет таких. Кстати, мы больше на террориста похожи, потому что у нас в руках эмка. Да ладно. Ну да. Так, хорошо. По старой протоптанной дорожке Антоха решил поехать. В принципе, делает правильно. О, салам алейкум. Аллах Акбар, сейчас будет. Так, ну ладно. Я, кстати, хотел копейку сделать цвета грязи, но этот решил не жестить. Блин, не за то место сел, пойди. На капот сел еще у меня. Так, ну уже минус 3 машины, в принципе, довольно-таки неплохо. Ой, блин, ты не там джипик оставил, братан, его бы сейчас несло просто красиво. Не-не-не, нормально бы его оставили как раз. И ходил бы ты потом пешком просто. Так, окей, значит, эта сторона, в принципе, так сказать, не то, что нам надо. Ну, может быть, хотя ты не все машины нашел в этом районе. Не, ну мы еще в этом районе-то остаемся пока. Так, окей, едет. Вот тут, напоминаю, еще что-то где-то есть рядом. На самом деле у меня довольно-таки интересное место, потому что я постарался машину поставить так, чтобы с четырех сторон ее не было видно. Ее видно чуть-чуть совсем такой, знаешь, силуэт в тумане, но догадаться, что это машина, будет очень сложно. Да ладно. И через 20 секунд я тебе дам еще одну подсказку. Почему именно через 20 секунд? Ну, потому что ты катаешься уже 5 минут, и я тебе подскажу. А, спасибочки. Это будет круто.
Так, окей. Блин, ну реально, в тумане очень тяжело как бы ориентироваться. Он решил проехать, видимо, на этот, на центрифугу, да? Ну, горячо, горячо, но не совсем то. Итак, 5 минут прошло. Ты первый удалил машину, в которой сижу я. Ты удалил братца-клона нашей тачки. Так что тебе нужно найти маленькую камуфляжную машину. Подсказка. Ну, хотя бы ты теперь знаешь, какую машину искать-то, если ты ее увидишь. Ой. Господи. Приехал, алло. Завалился просто, завалился, братюня. Вот так вот. Ты смотри, как я хорошо спрятал машину, блин. Ну, кстати, вот это тоже довольно-таки неплохо, этот... С той стороны вообще не видно, то есть только чисто отсюда, с этой площадки. Ну да. Она интересно так, стояла. Так, ладно, четвертую мы нашли, окей. Поехали дальше. Так, хорошо, хорошо. А, также есть машинки немножко выше уровня домов, но они визуально видны. Я вам, ребята, покажу. Вот, пожалуйста, вот такая вот красивая Mazda, как я понял. Так, где Антоха? Я Антоху потерял. Да ладно, вот, что, вот правда, она, что ли, на уровне домов? Да. Мы же договаривались, верх не ставить ничего. Нет, не на крыше, не на крыше. Ни в коем случае не интересно. На крыше. Интересно. Значит, так. Что, на лифте где-то, что ли? Может быть. Но если не на крыше. Больше ничего не остается. Блин, шикарное место, ребята. Вы сами прекрасно видите, что это, наверное, самое открытое, самое доступное место в городе. И, в принципе, план с туманом мой работает. И работает довольно-таки хорошо. То есть машину ни хера не видно. Тихо-тихо-тихо, не переворачивайся. Не переворачивайся, брат. Неплохо так ходуном ходишь, неплохо. Да, блин. Ты куда ты все время переворачиваешься у меня, а? Блин, ребят, ну вы сами прекрасно видите, что мы несколько раз были на волоске. Опачки. Вот это ты, кстати, вряд ли удалишь, потому что она там кое-как заехала. Она там боговалась. Салам алейкум. Здравствуйте. Есть. Хорошо, хорошо. Ну смотри, он, в принципе, уже довольно-таки много машин удалил. А, вот на карте я покажу, что осталось у меня 5. А, одна твоя, 4 машины осталось по карте. Здесь находимся мы, в самом центре среди всей картины. Но это реально, это имбовое место в туман. То есть плюс маскировка такая, я специально поставил, понял? То есть прям вообще имбо. Маскировочка, имбо. Маскировка. Да, перный театр, что ты переворачиваешься, джипарик. Так, ладно, так. Сейчас этот участок прошерстим, поедем к следующему. Мне кажется, он меня раскусил. О, какая маскировка! Салам алейкум, брат, ты куда побежал? Ай-ай-ай-ай-ай, и стреляй по мне! Ай, мент, Пол, я тебя, кстати, не видел уже. Ладно, он нашел, он, наверное, догадался, да? Догадался по маскировке, что мы сюда поставили. Что за маскировка у нас здесь, а? Ну смотри, ее в тумане реально не видно. То есть я так поставил, что ее можно было увидеть, вот где ты катался только вблизи и все. Ну да. Не, нормально, да, в тумане гораздо тяжелее искать, конечно. Все сбивается вот этим белым полотном. Так ты догадался или ты просто решил прочекать лес? Не, я просто чекал. Блин, ребят, участок. Ну то есть наше место было рабочее 100%. И в принципе 8 минут нам, ну, давалось полицейского вокруг пальца водить. Ну да, где-то так. Короче, ребят, что ж, ну ладно, нас нашли, поэтому мы меняемся ролями, и теперь я постараюсь найти Антоху в тумане. Да, погнали. Ну что ж, ребята, для полицейского вновь есть задание, и он сел почему-то не за руль, а на месте сбоку. Видимо, напарника ждал. Ладно, давай на водочку. Давай, дружище, ёпси-мопси. Ребятки, прятал я, наверное, минут 12 свою тачку, куда я хотел ее поставить, и, в общем-то, нашел вот такое вот место. Ну, это не совсем машина, но... Но транспорт это явно, да. Окей. Два колеса, три движка. И он маленький. Так, понятно. Значит, не совсем машину мы ищем. Да. Ладно. Ну, явно это... не совсем машина, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, парень, в тумане дрифтить. Это такое себе занятие, между так, прочим. Так, а где Юрыч-то у нас? Господи, мне хоть найти его. О, вот он. Я Юрыч-то не вижу, ни хера в тумане. Так я что и говорю. Давай-давай, ищи, в общем-то. Камуфляжный, маленький, ну, короче, ты понял, да? Камуфляжный, маленький. Да. Плагиатом пахнет. Так, не. Я уж подумал, под мостом что-то увидел. Так, давайте попробуем проехать здесь, потому что с города мост не видно ни хера. Дырка так это вообще, это полная жесть. Дырка полная жесть. Чё ты ржёшь? Скажи, да не-не, я смеюсь просто, ты ездишь прям рядом.
Да? А ты где вообще? Я под мостом. Нашел машину зеленую, камуфляжную, разбитую в говно. Кто тебя разбил? Капец, ты как? Ты ее так успел быстро найти, что ли? Но я же под мостом ехал. Вот говноед-то. Еб твою мать, я сесть с нее не могу. Детонатор не работает. Господи! Она меня съела. Ребят, а вы поняли, да, где наша тачка стоит? Я вам показал, в общем-то. Посмотрим, насколько Юрыч очень внимательный человек. Нихера себе, смотри, дырка. Что за дырка, алло? Дырка. Ты что, пукнул, что ли? Пукнул Юрыч. Ого. Что там? Машина в тумане. Почему? В дырке. Что, прям видно? Прям видно, у него фары включены. А какого хера у него фары включены? Не знаю. Алло, Ламборджини. Это явно не оно, потому что говорил, что не этот. Ну, кстати, с фарами палевно вообще прям. То есть с высоты как бы не видно ни хера, но если бы фары были выключены... Слушай. Слушай. Я поеду на ней. Где там мой полицейский инспектор? Иди-ка сюда. Все, я опять ухожу из полиции. Новая машина, я ее продам, потом вернусь в полицию опять. Чтобы найти новую машину. Так, хорошо. Две машины мы нашли на изичах. Вначале сам. И он только говорит, что он где-то здесь. Ох ты какая! Неездящая машина. Ох ты какая, я жду трамвая! Да-да-да. Опа, видел еще одну. Так, а здесь нету? Здесь нету. Видел одну, стоит на контейнере типа, мол. Поэтому мы к ней сразу едем. Но это опять-таки не оно. Антоха что-то притих так, блин. Сыться. Я балдею просто здесь. Балдеешь в тумане? Просто пошло не все по плану, как говорится. Ага. Ой. Все пошло не по плану. Да. Но я так понимаю, что если суета-сует началась, значит он где-то здесь. Где? Вынюхиваем. Где-то в этом районе, под жопой. В каком? Ну, если ты говоришь, я рядом где-то прижал. А ты где вообще, ёпси? Я по Ленина катаю. Алло, дядя. Как можно было меня потерять? Я чуть не помню. Да я тебя вообще не вижу конкретно. Ну ладно. Я ж тебя еще не ты меня. Да, ну, дядя, где ты? Я уехал. Меня здесь больше нету. Блин, а... Что-то мне кажется, ты мне дезинформацию подкинул. В смысле? Что-то не пахнет здесь наличием никаких людей. Ты мне скажи, где ты конкретно находишься, я тебе скажу. В центре возле желтого дома. В центре возле желтого дома? Был. Теперь поехал налево. Да я в городе катаюсь по улицам. Господи, нихера не видно еще. Так, лифты, по крайней мере, все на земле стоят. Значит, машин сверху нету. Не, сверху нету. Так, ого, бочку взорвал. Ага. Я понял, куда ты хотел поставить. Смотри, какой хитрожопый. Прикинь, вот ты возле бочки сейчас или где? Был. А, вот он ты, господи, боже мой. Ты на Ламборджини на это, ее хер увидишь бы. Ты на полицейской остался. Так, не, зачем мне полицейская, когда у меня есть ламба? Я теперь этот полицейский мажор. Так я сразу нашел две машины в этом месте. Сколько осталось-то, мне интересно? Ну, их было 7. Ну, я довольно-таки много уже удалил, слушай. Штук 5-6 точно. Да не сочиняй. Да серьезно? Да не. Это четвертая или третья? Не-не-не-не-не, раз вот... Машин 5, я тебе серьезно говорю, машин 5 удалил, наверное, уже. Так. Ну, ладно, машину-то мы удалили, но писюна-то мы не нашли на маленькой его катафалке какой-то. Ну вот, да. Так, и вот еще одна машина. Писюна надо найти, по-любому. Я так понимаю, что я нашел все, кроме тебя. Все, кроме меня? Серьезно? Ну, походу, так и есть. Да ладно. Это что за говно такое вообще? Это красивая. На ладу новый, похоже. Я понял. Так, хорошо. Блин, а куда ты на своей маленькой херне спрятаться мог? Вот это, братан, это. Что-то пошло просто не по плану, и пришлось немножко это. Че? Ты че, поменял место, хочешь сказать? Ну нет, я как поменял? Не поменял. Ну-ка, давай колись. Как себе сказать? А оно само поменялось. Я не знаю, как это. Как это работает. Блин, а где ты можешь быть?
Вот в чем, собственно, главный вопрос. Так, где, где, братан? Ай, бляха муха. Оно не ездит, вообще не ездит. Опа, что-то взорвалось где-то. У кого-то жопа бомбанула. Жопа бомбит у кого-то. Господи, где это? Я слышу где-то справа, а где понять не могу. Либо... Сука, это фиаско, блядь. Это фиаско, брат. Что это за говно? Ты меня нашел? Да. Да? Где? Вот он. Бля. Че это за говно? Ну-ка, восстанови. Братан, да подожди, я, блядь, лечу вниз. Я улетел вообще куда-то наверх, я нихера не вижу. Подожди, я лечу вниз. Я вообще нихера не вижу. Где, че вообще, алло? У меня все белое просто конкретно. А как она рванула-то, господи? Ой, господи, где ты? Да восстановись ты уже просто. Да я восстановился, сядь. А ты где? Ну я там, где ты был. А где я был? Короче, так. Я тебе сейчас рассказываю приколы. Вот, я машину твою ставлю. Или ты с крыши скатился? Это танчик, что? Да. А ты где, на рельсах где-то? А вот он, вижу тебя. Да вот же я здесь. Короче, этот танчик ездил все время, он на этом, паровозе. Серьезно? Да. На паровозе ездил, потом его, короче, выкинуло. И где ты нашел последнюю тачку, он слева от нее стоял. А, я понял. Потом, когда ты уехал, я хотел его опять засунуть в этот поезд. Что-то пошло не так. Да. И пошло что-то не так, он взорвался какого-то хера. Ну ладно, это было неожиданно. Кстати, такой маленький, вообще неприметный. Да. Боб террорюга, ёб твою мать. Помеж глаз прям залетел. Я поехал, братан. Ты полетел, братан. Что происходит? Ай, господи, вот это кора вообще. А. Вперед в погоню! Господи. Ты вообще, я тебя разберу вообще на две части, на алло. Дядя, ты чё? Ладно, ты вообще в другую сторону смотрел. Дядя, я тебя раздобью. Ну тут нормальный танк, слушай. Он больно жесткий какой-то. Что ж, ребята, вот такая серия сегодня получилась. Угарная, смешная, в тумане, очень сложно, но довольно-таки интересно. Если вам понравилось, то обязательно прожимайте лайк, пишите свои комментарии. Хотели бы увидеть ночную городскую маскировку, либо уже повторите маскировку в тумане, что, в принципе, тоже интересно. Да, ребятки, и всем до скорой встречи, и пока-пока. Пока, ребятки.